Всем привет! Вот уже июль месяц, мы начинаем готовиться к зиме. Заказали дрова, сегодня нам их привезли. Вот такая вот куча. Здесь 5 кубов. Надо заранее готовиться. Ну, дрова вроде неплохие, куча тоже не маленькая. Надо будет это все перевести в гараж и там сложить. Будем вот этой вот тачкой возить все с Ниночкой на пару. Потихонечку, если сегодня не перетаскаем, завтра, послезавтра, нам спешить некуда. Вот, будем складывать, потом перевезем, потом покажу еще, как мы все сложили. Вот Ниночка сложила, телега идет назад. Вот так женщина работает, блин, а мужик с камерой, блин. Нет, неправда, должно быть стыдно, блин. Неправда, муж зимой делает. Сейчас покажу только, как начали мы первый ряд складывать. Немножко бардак. Вот так вот. И вот сколько рядов будет здесь. Не знаю, потом покажу, конечно. Вот телегу, ой, телегу говорю, тачку наложила, сейчас попрет. Опыт есть уже, не первый раз. Ну да, дровишки нам нужны, скажи. Конечно, как же. Ну давай, дальше продолжаем. Ну вот, второй день, все дрова собрали, Нина уже подметает, победа за нами оказалась. А тут еще вот эту мелочевку все сложить, ну и сложили все в гараже. Получилось 4 ряда дров. Вот они все. Ну, хорошая кучка. Замерим еще, если здесь 5 кубометров или нет. Если нет, будем предъявлять претензии. Ну, надеюсь, все будет нормально. Ну вот. Ну, наконец покажу еще. Вот перцы у нас растут, уже там маленькие перчики появились. И баклажанчики. Вон они. Покажи, там баклажаны где-то еще. Посмотри, какие баклажаны. Ну-ка, видно или нет? Да, я думаю, видно. А вот здесь, посмотри, как садельки. А это другой сорт здесь. Ага. Висят. Тут маленьких уже тоже сверху много. Ну, помидорки. Помидорки уже снимали, кушали. Что-то почему-то у них в этом году шкура какая-то толстая. Это я клумбочку убирал сюда, пока дрова были во дворе. Вот здесь помидорки тоже растут. Здесь, ну, не очень много. Мы целый месяц отсутствовали. Может быть, они как-то недостойно, ой, недостаточно ухода. Ну, там огурцы что-то тоже не очень этот год. Прошлый год было много. В этом году все равно есть, хватает. Кушаем каждый день. Здесь чуть-чуть лучка посадили еще. Укропчик посеяли. Ну, немножко цветы. Жарко, надо поливать сегодня все. Вон петунья чуть-чуть что-то как будто бы подвяли. Ну, а так, в общем, клумбочка. Вроде бы ничего, смотрится симпатичная. Ну, быстренько. Вот здесь вот на воротах висят цветочки. Ну, и здесь. Вот как-то так. Испанец в этом году сломался. Пришлось половину обрезать. Вот этот верхний, который. Ну, он еще разрастется капитально. Здесь вот. Вот так вот. Дерево как разрослось у нас. Надо бы его подстричь, конечно, поменьше ему крону сделать. Ну, так симпатично во дворе, хорошо, приятно. Сейчас всю неделю обещают до 36 жары. Не знаю, как это все будет. Вот еще здесь помидорки у нас тоже растут. Сегодня 2 огурца вырвал, почему-то высохли они у корня у самого. Ну и там дальше еще помидоры. Вот морковочка там есть немножко. Ну вот на этом мы закончим. Всем всего доброго.
Да, мирного привет. Неба над головой. Большой привет из нашего двора. Оставайтесь с нами, смотрите наши видео. Всем всего хорошего. Будьте здоровы.